С 20 февраля по 3 марта текущего года на территории Краснокамского района проходит акция «Сдай оружие, получи деньги». Данная акция предназначена на стимуляцию населения сдавать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, которое хранится в арсенале граждан. К примеру, за сдачу одного гладкоствольного ружья предусмотрено вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей, нарезного 15 тысяч рублей. За сдачу боеприпасов от гладкоствольного оружия в сумме 15 рублей за штуку, за нарезное 30 рублей за штуку. Взрывчатые вещества, к примеру, порох 400 рублей за 100 грамм. Также хотел бы пояснить, что данная акция не распространяется на законное оружие, хранящееся на законных основаниях у граждан, то есть зарегистрированное оружие, которое находится на учете в ОВД. Также хотел бы пояснить, что оружие, незаконно хранящееся, сданное за вознаграждение, должно, само собой, быть пригодным к использованию, то есть оно проходит экспертизу баллистическую. В 2016 году за весь год в ходе операции было сдано 3 единицы гладкоствольного оружия свыше 7 килограммов пороха на общую сумму 60 тысяч рублей. Данные суммы были вовремя выплачены гражданам.